Пустили рогатых по Трофимовскому мосту, начали ездить троллейбусы, как это было и раньше. Рабочие восстановили контактную сеть, ее разобрали еще в конце прошлого года, чтобы провести реконструкцию сооружения. Теперь через путепровод курсируют два маршрута. Это 5-й, от Зеркальной до Музейной площади, и новый 5-й, а также к набережной, но из Елшанки. Его решили запустить после многочисленных просьб саратовцев. Горожане не раз обращались к руководству Ленинского депо. Говорили, что успели привыкнуть к электротранспорту, который заезжал в поселок во время строительства путепровода. Следующий этап – это запуск 7-го маршрута, который будет курсировать от конечной Буровая Московское шоссе и площадь Ленина. По улице Московское шоссе будет ходить 7-й маршрут троллейбуса. Под Трофимским по Московскому шоссе идет прямо на площадь Ленина, на 3-ю дачную. Предположительно, это середина декабря. Напомним, реконструкция Трофимовского моста началась еще в конце прошлого года. Дорожные эксперты признали сооружение аварийным. Мост мог в любой момент рухнуть, бетон начал осыпаться. Вызывали опасения у специалистов и состояние пролетов. Один из старейших путепроводов города закрыли и начали разбирать. На его месте построили современный. По словам подрядчика, новый Трофимовский мост прослужит более века. Помимо этого, коммунальщики заменили все трубы в округе. Дорожники расширили две улицы, вторую Прокатную и Шахурдина.